Всем здравствуйте. Напишите, видно, слышно. Мы сегодня с вами пообщаемся. Я отвечу на ваши вопросы. Ну, если у вас есть какие-то интересные темы, можете обозначить, и мы поговорим на эти интересные темы. Напишите мне, пожалуйста, слышно, видно, чтобы я понимал, что моя говорящая голова, еще имеет и звук. Напишите мне, пожалуйста, а я отвечу на ваши вопросы. Так. Мое будущее, Лада 47. Лада, я могу ответить на этот вопрос, только посмотрев вас по видеосвязи, пообщавшись с вами по видеосвязи. Только тогда я смогу ответить. А вот в маленький аватарчик не верьте никому, что вам наплетут вот так с первого раза. Какого мыслишь за Болгария? Очень хорошего мыслю за Болгария, все отлично. За Болгария, дом родной, все замечательно. Добрый день, что ждет в отношениях? В отношениях ждет то, что вы плодите сейчас. Ничего хорошего никого никогда не ждет. Запомните это, пожалуйста. Чтобы вам понять, что вас ждет, вам нужно, чтобы вас кто-то посмотрел, тот, кто в этом понимает, тот, кто видит, и тогда он вам даст ответ на ваш вопрос. Не бывает вот таких скорых ответов на ваши вот такие вот, что вас ждет отношения. Я даже не знаю, кто вы, откуда и что у вас за отношения. Если вы ждете на этот вопрос, вам кто-то дает ответ каким-то образом скорострельно. Я вам не советую в это верить, хотя это ваше право. Здравствуйте, слышно, видно, хорошо, отлично, благодарю вас за то, что я понимаю, что вы меня слышите. Ольга, болит поясница, лечение не помогает. Ольга, 33. Вы можете себе сами помочь, зайдя в измененное состояние сознания. Можете прийти ко мне на сеанс, я вас посмотрю, и вы посмотрите себя тоже. Там вы увидите причину, и мы уберем эту причину, и все будет замечательно. Можете зайти в Инстаграм по ссылке, и там в вечных сторис почитать люди, которые пишут отзывы. Также отзывы можете найти у меня в ленте здесь в ТикТоке и тоже почитать. Недавно, может быть, месяц назад была женщина, она очень много лет лечила спину, и за один сеанс мы ей все убрали. Можете почитать, она сходила, сделала томографию и охренела от того, что все стало на место. Ну, то есть это все не сказки, можете почитать, посмотреть, все у меня там есть. Спасибо, единственный, кто честно отвечает. Я рад, что вы понимаете меня, я рад, что вы понимаете то, что я хочу донести до вас, то, что вот так быстро никто ничего вам никогда не сделает, но сделать возможно. Но если вы садитесь на конька, который быстро, Маня 48, Таня 32, я ничего не имею против тех, кто этим занимается, но не таким образом. Вы так невозможно взять информацию. Это просто зазывалово, которое... Ну, не ведитесь просто на это. Ну, вероятно, те, кто задают такие вопросы, они их устраивают. Скорострельные ответы, карта так легла, не так, ну, дело ваше. А где же вы живете? Я живу в Болгарии, но приемы я веду по видеосвязи, по всему миру. Это не имеет никаких ограничений. Это все давно опробованный способ. Я уже больше 10 лет этим занимаюсь, поэтому можете прийти и мы поработаем с вами по видеосвязи. Здесь нет ничего сложного, просто нужны будут интернет и телефон, больше ничего. Тем больше лайков, чем больше лайков, тем больше зрителей. О, это мне ТикТок пишет. Если вам не лень, нажмите куда-нибудь. У меня папа в Болгарии, в Русе. О, отлично, я живу в Варне. Я живу в Варне, поэтому мы где-то тут все рядом.
Если не затруднит. О, благодарю. Сердечки, все отлично, благодарю вас. Нажимайте, чтобы нас больше людей увидели. Я хочу, чтобы люди больше знали о том, что можно получить очень хороший результат, но нужно немножко будет самому поработать. Вы сами все увидите в лечении, в познании каких-то собственных ресурсов или в получении информации. В этом нет ничего сложного, но только не по маленькой аватарке, на которой зачастую даже нет фотографии. А поймите, что это невозможно, и вас просто обманывают. Я не хочу, чтобы вы были обмануты все. Ну, кто-то хочет очень сильно быть обманутым, поэтому так пусть оно и будет. А мне тут написали вопрос, я хочу на него ответить по поводу вот этого негативного воздействия. Женщины растут две дочки, как она написала, они очень красивые, и она боится, ну, сглаза в простонародье, наверное, будем так говорить. Ну, или какого-то там негативного воздействия. Как от этого уберечься? Ну, уберечься, наверное, от этого можно так же, как уберегаться от гриппа. Где-то на каких-то мероприятиях, либо куда-то ездить, если на работу, в людных местах, метро. Я просто раньше жил в Москве, поэтому я знаю, о чем говорю. Там много всякого неприятного, нехорошего. Что вы можете делать? Ну, все мы моем руки с мылом, да? У всех есть мыло. То почему бы не взять вам за правило окуривать себя травой? Купите себе артыш. Купите полынь, купите набор каких-то трав сильно действующих, которые, ну, я, например, их применяю. Пришли, зажгли траву, она начала дымить, и окуриваете себя по часовой стрелке, и будет вам счастье, будет все замечательно. На себя дым, на голову, на лицо, и передать в районе поясницы, вот как, ну, где-то в пепельнице будете жечь. Передайте по часовой стрелке из руки в руку, и тогда будет все хорошо. Очень быстрое снятие негатива. Если вы в этот же день почувствовали себя не очень хорошо, слабость и все остальное, то вы можете принять просто ванну с содой. Я всем это рекомендую, и сам этим занимаюсь, и частенько ныряю в ванну с содой. Не соль, а именно сода, пищевая обыкновенная сода. Вот. Больше никаких хитрых, каких-то хитростей в этом нет. А еще я хочу вам сказать, сделайте себе, купите, и пусть вам активируют и зарядят какие-то обереги, которые вам покажутся более действенными. Это не обязательно какие-то драгоценные камни, какие-то здоровенные там кресты, неважно. Что это будет, даже красная нить работает очень неплохо, защищает, помогает. В общем, рекомендую что-то для себя, какой-то взять оберег. Ну и, соответственно, очень было бы неплохо, если бы вы имели связь со своим хранителем, то есть с теми персонажами, которые нам помогают жить, развиваться. Ну, в общем-то, существовать, если мы умеем их слышать, если мы сначала знаем их, кто они такие, как они нам помогают и, в общем, все остальное. Было бы очень неплохо. Ну, с персонажами я знакомлю в шаманском погружении. Ну, в общем-то, так как бы в этом ничего нет какого-то сверх какого-то. Это нормальное, стандартное. Процедура, которую должны, наверное, ну, все мы получаем паспорт, там что-то еще. Вот я очень рекомендую вам, чтобы вы познакомились со своим хранителем. Вот. Значит, вот этот нехитрый набор будет неплохой защитой для вас в борьбе с негативными воздействиями. Вот. Если есть у вас какие-то вопросы, пишите, я отвечу. Какие-то темы, если вам интересно, пишите. Мы с вами можем сегодня минут 20 еще пообщаться. Если же, конечно, вам это будет интересно. В любые темы, которые вас интересуют, вы можете написать мне сейчас, куда-то можно уже тут писать комментарии, по-моему. Спасибо за лайки, спасибо за эти штуки. Понажимайте еще, если вам не сложно.
Мне опять ТикТок пишет, чем больше лайков, тем больше зрителей. Если у вас палец не будет страдать от нажатий, я буду вам благодарен. Вот. Мы можем эти темы обсудить и пообщаться на них. Темы абсолютно разные. Житейские, шаманские. Я занимаюсь встречей с покойниками, с ушедшими людьми, помогаю другим людям, которые сейчас здесь живут, встретиться с людьми, которые ушли. И это тоже очень интересная практика. Можете тоже почитать, зайти в Инстаграм, почитать там. Ну, кстати, и здесь тоже очень много интересного. Если ленту полистаете, то вы увидите там, я отвечаю на вопросы. Ну, вообще, мне хотелось бы знать, те, кто меня смотрит, что вас интересует, что вам интересно. И у меня не всегда есть время выходить в прямой эфир, но в то же время я бы собрал бы темы и сделал бы что-нибудь интересное для вас по любым вопросам, которые вас интересуют. Это не обязательно эзотерика, это может быть мироустройство и все остальное. Вот. Почему я так говорю? Ну, я имею свое мнение, во-первых. Во-вторых, или во-первых, я пережил клиническую смерть и немножко по-другому я вижу, немножко по-другому понимаю. Если вам интересно мое восприятие и мой опыт многолетний в работе с людьми, то надеюсь, что мои эфиры будут интересны для вас тоже. Мои эфиры будут интересны для вас тоже. Если что-то я не вижу, повторите мне вопрос еще раз, потому что обычно они обычно убегают. Нестабильное соединение. Так, ну вроде соединение в норме. А что еще? Приходит, сейчас я почитаю, чтобы у меня не убежали эти комментарии. Приходят постоянно умершие родственники во сне. Сейчас снятся чужие люди, покойники. Ну, я просто не вижу вопрос. Напишите мне, какой у вас вопрос. К очень многим приходят. И мне главное понимать, какой у вас вопрос. Если они приходят, то значит, что-то им нужно от вас. Значит, они понимают, что вы что-то можете сделать, передать и все остальное. Напишите, пожалуйста, мне свой вопрос. Я постараюсь на него ответить. Для чего-то они все равно приходят. Вы же знаете, для чего приходят умершие родственники во сне. Ну, почему во сне? Потому что во сне у вас спит ум, и до вас можно достучаться. А в бодрствовании мы заняты другими проблемами, ум работает на всю катушку, поэтому до нас невозможно достучаться, как правило. Ну, только, конечно, для тех, кто не практикует. Практикующие люди могут спокойно воспринимать информацию не только в сновидениях. По поводу покойников, все они приходят по разным причинам, с разными запросами. И по разным делам. Как правило, впустую, порожняком просто к вам прийти. Ну, никто вас тревожить в сновидении не будет. Это никому не нужно. Поэтому, если у вас есть вопрос по ушедшим и по какому поводу, вы мне тогда напишите. Вы с ними общаетесь? Какие темы? Что они вам говорят, что они вам передают? Или просто ушедшие вот появляются и все. Здравствуйте, что надо для того, чтобы поговорить с покойным сыном? А ничего особенного не надо. Напишите мне в Инстаграм, в Директ. И это двухчасовой сеанс, на котором вы сами, я вас заведу в измененное состояние сознания, и
вы увидите, встретите своего сына и пообщаетесь, пообнимаетесь, порадуетесь, поплачете, от счастья поплачете. То есть это очень эмоционально, это очень здорово, и это в этом нет никаких проблем, поэтому напишите мне, это я запишу вас на этот сеанс. И мы с вами пройдем для начала по этому пути. Для начала мне нужно будет посмотреть вас. Это 20-минутная сессия, так скажем, диагностика, на которой я получаю понимание, поведу я вас туда или нет. Ну вот, наверное, так. Потому что далеко не всех я берусь туда водить. Причины бывают разные, озвучивать я их не буду. Но 80%, ну, 70, наверное, процентов людей я вожу туда и вожу, причем, наверное, раз в 3 дня. У меня запись, и, в общем-то, я вас запишу, если вам это будет актуально. Это очень эмоциональная встреча, но, по крайней мере, вы будете дальше спокойно и счастливо жить, не давая уму вас терзать. Там все вопросы вы решите, обговорите, и будет вам счастье в любом случае. Читаю дальше. 6 лет назад умерла моя бабушка. Ей было 94 года. Ни разу не снилось, а я перед ней виновата. Ну, не хочет она пока к вам. Вы можете прийти ко мне на сеанс встречи с ушедшими и пообщаетесь со своей бабушкой. Ну, разрулите все проблемы, решите все вопросы, которые вы не успели решить, которые, ну вот так получается очень часто. Очень многие люди потом всю жизнь себя мучают и не могут себе простить каких-то вещей, которые они сделали не так, а поправить сейчас невозможно. Все возможно, не верьте, все возможно. На сеансе встречи двухчасовом все возможно, все решается, и живите долго и счастливо. Покойники меня целуют, обнимают во сне. Что это значит? Ну, я не знаю, что это значит. Спросите у покойников, почему они вам. Это ваши покойники, а не мои, поэтому там в сновидениях и спрашивайте, только там ваша вся информация, не верьте никому. Они хотят с вами взаимодействовать, а уж какая тема взаимодействия, я не могу вам сказать. Я вам могу только посоветовать начать с ними общаться, разговаривать там, спрашивать, зачем пришли, почему вы меня целуете, то есть, ну, что я должна знать от ваших вот этих действий. И тогда вы все будете понимать. Ну, хотите, приходите, я вас заведу. В измененное состояние сознания вы посмотрите все там, и все будет вам ясно и понятно. И либо вы перейдете на другой уровень, то есть, ну, будете неким медиумом или проводником, как я, либо вы просто успокоитесь и скажете им, как это, хорошие ребята, вы меня надоели. Это тоже нормально. Читаю дальше. Спасибо огромное вам. Я рад, что вы меня услышали. Рад, что при вашем желании я вам могу помочь. А что-то тут и сосы, галочки, ё-моё, Наталья, какие-то цифры, что ждет меня в финансовом плане. Наташа, я не могу вам сказать абсолютно ничего, потому что у вас, я смотрю, какая-то собачка там. И по собачке я не знаю, что ждет собачку. И я понятия не представляю, и я уже говорил на эту тему, не ведитесь вы на эту хрень. Вот что вас ждет в финансовом плане, приходите ко мне на прием, я посмотрю вас, посмотрю ваше информационное поле,
и скажу, что вас ждет. Если хотите глубже, я могу вас завести в это поле, и вы сами посмотрите, что вас ждет в финансовом плане. А вот эти вот цифры, вы думаете, это что-то значит? Это ничего не значит абсолютно. Это все от ума, это вам вдолбили, что это что-то значит. Ничего не значит абсолютно. Поэтому, Наталья, если вам это на самом деле актуально, приходите на прием, и вы получите ответ. Добрый вечер вам с Греции. Здравствуйте, и вам из Болгарии. А если они очень часто приходят в сон? Ну, я вам сказал, надо зайти и пообщаться с ними, чтобы они... Ну, это все можно остановить. А если вы не гоняете мух, почему-то мне такое сравнение, они так вас и облепят. Ну, если они вам нравятся, то почему бы нет? Ну, или пчел, да, скажем, вы не гоняете. Но если вы их стряхиваете и пытаетесь от них избавиться, то от всего можно избавиться, и все будет замечательно. В каком возрасте они там, на том свете? Перед вами они могут предстать в любом возрасте, в том, котором вам их проще воспринимать. Это всегда делается. Либо они молодые, либо в том возрасте, в котором они ушли. То есть это все... Они делают так, чтобы ваше восприятие не пострадало, чтобы вы, допустим, какими вы их помните, там, жизнерадостными, там, молодыми, сильными, здоровыми, прошу прощения. Но в том возрасте они и будут. Если это бабушка, там, которая, она может быть, предстать вам в возрасте бабушки. Если вы ее знали более молодой, то возраст не имеет значения, потому что там неуплотненные тела. Там души, и они могут любую одежду на себя, одежду я имею в виду тело, ну, как бы обличие, да, они могут на себя любое, чтобы вам было, ну, удобно, наверное, их воспринимать и общаться с ними. Если что-то, друзья мои, непонятно, я отвечаю, продублируйте, там, спросите что-то, потому что... Мне идет, я в потоковом знании, и я могу говорить, я даже сам иногда не все запоминаю. Мной говорят скорее. Как попасть к вам на прием? Попасть очень просто. Напишите мне в Инстаграм, вот шапку профиля выйти, там этот квадратик, ну, я думаю, что уже все знают. И нажимайте, попадаете в директ. Напишите мне, там есть ТикТок, там, в общем, такие вот, как обычно. И я вам отвечу, и мы с вами увидимся и пообщаемся. А скажите, пожалуйста, как избавиться от завистников? От завистников тоже несложно избавиться, нужно себя полюбить, а на них забить. А если вы себя любите и имеете реализацию, полную реализацию себя, то есть вы в чем-то реализовываетесь, не знаю, там... Пишите, рисуете, там, детей воспитываете. Ну, неважно, я не знаю, в чем вы живете, чем вы живете. То вам будет либо смешно, либо наоборот, вы будете троллить этих завистников. А если вы обращаете внимание, понимаете, что делают завистники? Они же упыри, они же вот эти вот энерговампиры. Ну, это все одно и то же. И они вас разводят на эмоции, чтобы жрать. Ну, вот не кушать, а именно жрать. И вот эти эмоции, они и поглощают, они ими питаются. Ну, может быть, не сам человек, да, он же не грызет, не пьет вашу кровь. Но в завистниках обычно живет какая-нибудь сущность, которая питается именно эмоциями и нас разводит на энергии, которая выбрасывается с помощью эмоций. И разводят нас на эмоции, чтобы мы выстрелили, и эту энергию они едят. Поэтому полюбите себя, забейте на них, на всех, и ну, можете их троллить, это тоже прикольно. Какими-нибудь способами, если хотите, я вам расскажу.
приличной встрече, как это делать. А когда вы будете звездой для себя, и тогда вы будете звездой для всех остальных, и вряд ли кто-то будет в открытую завидовать. Но просто этот план нужно в сторону убрать. Не обращать на него внимания. Если вы находитесь в той ситуации, в которой невозможно, меняйте ситуацию. Ну, либо они вас съедят, вы будете болеть, чахнуть и, в общем, все остальное. То есть они потихоньку вас доедят. Спасибо, спасибо, спасибо и вам спасибо. И вам спасибо. Вот, если по завистникам что-то непонятно, ну, напишите мне тогда в Инстаграм или сюда. Я не знаю, сюда можно писать или нет. У меня то появляются, то пропадают кнопки, которые по личным сообщениям здесь то работает, то не работает. Поэтому уж наверняка нажимайте в Инстаграм. Ну, не хотите в Инстаграм, здесь пишите. Но здесь не очень доходит. Ну, можете просто в комментариях где-то. Я пытаюсь посты выкладывать. Что-то интересного мне приходит. И я пытаюсь что-то умного изложить. Вот. Что еще, друзья мои? У нас есть немножко 7 минут. Если что-то интересно, давайте продолжим. Что бы еще вы хотели? Что бы вы еще хотели узнать, услышать? Скажу вам еще по способностям или по дару. Очень много, с очень многими я работаю, очень многих я смотрю. Здесь я иногда делал некие промо-акции, люди приходили. О чем я, собственно? Если у вас проявляется какой-то дар, ну, дар может быть абсолютно в разных темах, но в любом случае, если это какой-то магический дар, и у вас там горят руки, что-то происходит, и, в общем, вы слышите там голоса, понимаете, что завтра будет, ну, какие-то вот такие понятные и непонятные штуки, то постарайтесь это не сдерживать, постарайтесь это развивать, потому что эти персонажи, ну, какие-то персонажи, скажем, пытаются через вас взаимодействовать с нашим миром. А если вы отказываетесь, ну, соответственно, дар пропадает. Если вы не отказываетесь, найдите человека, который вам правильно разложит по полкам, как с ним взаимодействовать, покажет, чтобы вы сами увидели и пообщались с этими персонажами. После того, как вы поймете, кто с вами хочет взаимодействовать, у вас гораздо проще будет все работать. Поэтому так меняется жизнь. У меня есть куча примеров этому. Ну и первый пример мой, наверное. Я всю жизнь занимался бизнесом, прочие всякие штуки, всякие джипы, малиновые пиджаки и все остальное. Но в один момент после травмы моя жизнь закончилась. И после того, как после пережитой клинической смерти я открыл глаза в морге, все стало совсем по-другому. Во-первых, у меня перелом позвоночника в двух местах, и полгода я пролежал под себя, весь бизнес и все остальное закончилось очень быстро. Но я не хочу, как бы, чтобы вы проходили через подобное, но в любом случае, у кого проявляются какие-то способности, я вам очень рекомендую их развивать. Это здорово, это ресурсно, и это будет ваша реализация, реализация, ну, на всю жизнь, наверное. Это очень здорово. Вот как-то так. Я очень многих людей смотрю, кто приходит и подсказываю, как это сделать и по какому пути развития и общения с этими персонажами идти. Мы, как человеческая конструкция, мы никаких способностей не имеем и иметь не можем. Ну вот потому что мы вот так. Мы все имеем только через взаимодействие
с духами, с энергоинформационными субстанциями, как хотите называть, все равно все это не совсем точно. И когда мы взаимодействуем с ними, мы получаем очень хорошую реализацию, развитие, помощь, соответственно, другим людям, которые многих из вас ждут, когда вы проснетесь и перейдете на, наверное, стезю лечения и помощи людям. Вот, наверное, так. А вы можете читать дальше. Вы можете стать наставником в развитии способностей. Да, могу, но для начала мне нужно вас посмотреть по видеосвязи, чтобы я понимал, какие у вас... Ну, давайте будем говорить вибрации, что ли. Все равно слова все это неправильно, неверно передающие сам смысл. Но пусть будет так. Я должен посмотреть вас, должен посмотреть ваши вибрации, должен узнать ваше мировоззрение. Ну и, собственно говоря, насколько вы открыты к получению вот этих вот вкусняшек, наверное. И дальше я помогаю развить это и даю клиентов, потому что я не со всеми людьми успеваю работать. Я понимаю, что некоторые, ну, вы, кому я помогаю развить, каждый по-своему воспринимает, и кто-то лучше возьмется и сделает, поможет лучше, чем я. И я передаю этого человека другому, с которым, которого я обучал, которому я помогал открыть способности. Никакого у меня 10-летнего обучения нет, я все делаю быстро и даю вам потоковое знание. В этом потоковом знании вы уже сами начинаете взаимодействовать. Приходят к вам люди, и вы начинаете потихоньку. Да, безусловно, я помогаю, объясняю, даю практики, даю тоже шаманское погружение, даю, ну, много всего даю. И вы уже выбираете, какая практика вам больше подходит. Побывав в этой практике, побывав в этом состоянии, вы уже понимаете, да, это мое, я буду вот так, и вот с помощью этого лечить людей. Тогда вы понимаете, что это ваше, и я вам даю другую, следующую практику, и вы набираете некий набор, и дальше помогаете людям через практики, которые я даю. Если что-то вам приходит новое, интересное, мы всегда можем встретиться по интернету, пообщаться, вы что-то предложите, ну, какую-то разработаем еще методику следующую и будем работать по ней. То есть все эти практики, они очень рабочие, в основном они, ну, некая моя методика, наверное. Плюс, естественно, шаманизм. Я жил, работал, учился в Монголии у шамана, в которых я все это дело подсмотрел, но переделал на наш, ну, так скажем, более приемлемый, что ли, мотив, чтобы нам было комфортно пребывать в этой практике. Вот. Поэтому, да, пишите мне в Инстаграм, я вас посмотрю, и мы попробуем с вами повзаимодействовать. Что это дает, я вам сказал, что это все здорово, все замечательно, это реализация, это, ну, это другая жизнь, и это очень здорово. Ну что, друзья мои, благодарю вас за лайки. Если у вас больше вопросов, никаких ко мне нет, по крайней мере сейчас, то, наверное, мы с вами закончим. Не буду вас утомлять. Время уже к 9 часам подходит. Благодарю вас за сердечки, за лайки, за всякие штучки. Мне всегда приятно общаться с людьми, которые адекватно все воспринимают и задают очень интересные и правильные вопросы. Вот. Так что благо всем дарю. Если есть еще вопросы, вы забыли, не успели, пишите. Пишите темы, пишите в Инстаграм, попробуйте здесь написать. Если, не знаю, можно будет, не тут как-то пишешь,
непонятно. То появляются, то пропадают вопросы, которые люди пишут. ТикТок пока мне не очень понятно. Но они развиваются, и я думаю, что скоро допилят, и все будет замечательно. Спасибо, и вам спасибо, и вас благодарю за то, что вы приходите, за то, что мы с вами общаемся. Если хотите, мы можем пообщаться, наверное, и завтра вечерком, хотите днем. В общем, все, что вам захочется, пишите, я постараюсь там какое-то выбрать время между работой, и мы с вами пообщаемся. Все, друзья мои, благодарю всех. Всем пока.